Данные числа от единицы до n квадрат, докажите, что их можно расположить в виде квадратной таблицы, чтобы во всех строчках сумма была одна и та же. Для четного числа n решение в высшей степени простое. Смотрите, движемся такой змейкой. Идем, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, значит, 16. Или здесь тоже самое, не знаю, 4. Ну и в общем случае вот такой змейкой. А в чем идея? Что сумма вот этих, сумма этих, сумма этих, все время одна и та же. Да? И здесь тоже самое, одна и та же. Ну и значит, все будет хорошо. Для нечетных хуже. Нам только что предложили две таблицы и даже метод. Смотрите, какой метод. 1, 2, 3, потом сдвигаемся вот на диагональ. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, теперь начинаем диагональ. 6, 7, 8, 9, 10, опять начинаем. 1, 2, 3, 4, 15, потом опять с диагонали. 16, 17, 18, 19, 20, и потом до конца. 21, 22, 23, 24. Единственный вопрос. Почему, ну, то есть для этих таблиц, конечно, видно, что сумма одна и та же, а почему в общем случае будет так? Подсказка. Ребят, а давайте я выпишу чуть-чуть по-другому. А именно, я из всех чисел вот этого столбца вычту число 5. Вы согласны, что если вы читаете всех пяти чисел, то равенство, если было по строчкам, то останется, если не было, то не будет. А из всех этих чисел я вычту число 10, а из этих 15, а из этих 20. Давайте посмотрим, что за таблица получится. Ну, ее размер, конечно, будет прежний, 5 на 5. Первый столбец останется без изменения. Это будут числа от 1 до 5. Вот давайте посмотрим, что произойдет во втором столбце. 1, 2, 3, 4, 5. Вот вычитаем пятерку. Получается 5. Что там у нас? 1. Ну. 1. 1, 2, 3, 4, да? Из этого столбца. Вычитаем десятку. 3, 4, 5, 1, 2. И, наконец, из последнего. Здесь остается единица, а здесь пойдут числа 2, 3, 4, 5. Поняли идею? Смотрите, что это такое. Единица по диагонали. Потом идут 1, 2, 3, 4, 5. И в каждой строке просто прокручивается все время. Соответственно, все числа, конечно, будут от 1 до 5, а значит сумма одна и та же. Поняли? Между прочим, это решение и для четного числа, и для нечетного годится. На самом деле, есть интересный вариант этой задачи, когда будем рассматривать не квадратную таблицу, а таблицу каких-то размеров, скажем, представьте себе, что у вас m столбцов и n строчек, да? И интересует такой вопрос. Числа от единицы до mn. При каких mn можно расставить, чтобы во всех строчках сумма была одна и та же? Эту задачу можно решить. Ответ очень там симпатичный. Но давайте не сейчас.